театрда hech kim hali hech qachon pul ishlamagan. Stanislavskiy o'ldi, teatr turibdi. Meyerxoldlar. Sizlarni sabringiz yetmaydi spektakl ko'rishga. Misol uchun Shukur Burxanov haqiqatdan genialniy aktyor. Genialniy. Borib kino bo'lsa yig'lasam, spektakl ko'rsam yig'lasam, kitob o'qisam yig'lasam. Представляешь, умереть тупым. Это же. Чуна, я не чунал. Инди келесан, а? Блядь. Партинги коматалан нахуй сказал. Маулана Бруно Нишкаладу. Врачи лечат тело, театр лечит души. Да, школа на школу, махалла ге махалла, группировка ле. Канака бунак зур чыкшы мүмкін. Ну, топ тоза и плосы ям ойнашы мүмкін. Ну, бассейн екілмагандырсыз, Брэд Питке оқшады. Не, не, не. Да пошел ты. Ikkita qo'shig'i uchib chiqqan demoqchisiz? Да, yo'q, hali ko'p narsa uchib chiqqan. Led Zeppelin. Led Zeppelin это одни из родоначальников хард-рока. Pink Floyd, qo'yersa, Queen, Deep Purple, ularni rayflarini olgan. Да, ну, Harvey Джимми Хендрикс и Лед Зеппелин – это родоначальники хард-рок. Да. Кичи ишти көрөм, ошондо там хар сафарда кинонун кириш кысмы болот, азыр рок койлар, ошо Лед Зеппелин хам кошуларын кинонун кириш кысмына рок койса болот, ост кылып. Шуна кара. А рус немесидечи рок, мисалы мен Зверини иштирдим, рок. Ну это поп-рок, это не хард-рок, Звери. А. Русский рок – это, наверное, ДДТ, это, наверное, Алиса. Агата Кристи или что? Агата Кристи. Хала, анчи чухрох кришим кереген, да, зеген. Раштейн, никто кушаг на ищто, олеп сразу такой, ман, рок, ищто, ман, ман такой. Чтоб знать рок, нужно много чего послушать. Много хороших. Да, вообще, зеген брат. Бошла, олеп, хар забрать, чтобы просто елан куламыз, бугум изда Бабур Юлдашев. Актер, хам, ну, танестры шартам, ами, коген, салардан, тазу, занумады. Театр я хардой соду колган. Стараемся. Стараемся. Сыз шлаган, я уж там уже был, театр я кандужи там, вот и лаки, изъешь кем крат, дашь мы сам. Да, шнака. Яш был на колеке? Сам лишь мы, только сам алтынчи сезон, по-моему, только сам. Торма, только сам пишем. Бермит только зима, только звучит, не надо. Да, да, да. Бурказок на сайте Вершкенда, Ханкапсун сбор, Нодра Генешонов, Тошкили Клеш, Йошик Ларе, Штараф Лердот Кенда, Кин Абайку Часкет Тогале, Кин Йоштам Шавер Театр Олдот Кенда, Маниш Погана, Электр Гитара Ле, Джудо Оз и Штаргенда, Кин Борген Мандепт, Курган Мандуша, там театр фасадиям, Том Ям Канакадр, Сахна Гайлан Тралеп, Кин Ушенда, Игма Бринчасер, Садом ва Гамурас деген спектакль қойылған қарашы мысам қалғадыр пьеса. Онда сіз амыштыр кеткен сізге? Баш рол мәні кейді, лутты ойнаған. Эксперимент болған ғой пайты чо? Да, бұл мынақа эксперимент болған, фасадты алды ойналған. Отта Фромус Грухы ва Альберт Халмурзаев музыкасын жазған. Альтернативный хард-рок там. Такая была музыка. Шунақ нәрсе адамлар көрген ба? Келген, көрген, яшлы. Бу келген сахнаға алып шығарылған, фасадты мысал үшін қышты ойыны болмайды, екен оны сахнаға маслаштырып, сахнада ойнағанбыз. Живой звук бұл. Там учебе орган, близлардо эти врем, но друг там утакет тата срот холдер кене кене, там прям вау, не откору. Ну да, это было такое новшество, ноу-хау такое, такого раньше не делали в Ташкенте, за это мы были первые. А холдер? Ну, кейнам кылыма дел мен, че? Ну, пока нет, пока нет. Бу, нака, инжилден уз олынген нәрсе, тоғыр ма? Лютка мана... Да, да, да. Гамора. Садом и Гамора. Да. Неге холдер яду билес там? Хафлы қойған мәлі цензура мұны масалы? Йоқ, йоқ, еш қанақы цензура йоқ. Аудитория масалы әз? Йоқ, адамлы кеткен кем, біз әм қарып қалды, анфар білен өзі келеміз. А, эксперимент яшлау үшін дәріз өзі? А, енді қазір ұл спектакль маным чөкші ойналмейді әм. Алдын, ман Анвар Картаев ойнердік. Күрсдошым білен, кеген ұжы қарыдық, кен Хасан Салихов ойнады. Интервью, там та знает, как она знает, там театр, барабар, меценат, лики бус фолиат, сфат, да, полишки. Театр, да, ищем, али хич качан, пульшлен, агер.
Байып кетмеген. Лекин энди театрга тикип пулуну чыгаза алмаган. Театр это такая штука. Театр канакадыр башка этаплага буган инистериный болушу мүмкүн. Киноге, яны актёр нуктан назардан кеп чыгып айтайын мен. Театр ташкилот нуктан назардан эмес, актёр үчүн дили кинге, киноге жоки башка санатты үчүн анчылар кетиш үчүн канакадыр потенциал сыфатта көрүлүшү мүмкүнбү? Трамплин типа. Трамплин. Энди эмне үчүн масалан билади барады актёрунда? Мехр үчүн боюнча. Энди башкалар билмадым. Lekin men uchun teatr bu men shunaqa yoshligimda shunaqa qarorga kelganman, что men o'zimni hayotimni teatrga bag'ishlayman. Chunki menga teatr juda ham yoqadi. Teatr aktyorlarni yaratadi. Kino aktyorlarni ishlatadi. Shuning uchun har bitta aktyor sportsmenga o'xshagan narsa birinchi marta gapirmayapman man bu shekilli gapni bu har doim formada bo'lishi kerak tushunasizmi misol uchun kinoda ko'rinib turadi kim teatrda ishlaydi kim teatrda ishlamaydi faqat kinoga yaxshigina psixologiya ham kerakda serjini yo'q unda emas gap просто bu teatr aktyori тонусту ушап турады. Хар куна репетиция деса, хар куна бир нерсе. Шу үчүн ам кинодо чыгып турган актёрлор баары бир театрда барып мактап турушар экен да. Ну, энди актёрлорун өзүгө баалуу бул нерсе. Кимдир театрда, кимдир театрда эмес, просто киноге түшүрөт. Мен сизге анакка көп, энди киноларыңызды көрүп катта болганбыз да биз. А мен сизге подкастка анакка келген. Хорошо, что не ваши бабушки. Просто театрдаги анакка ролларыңызды көрүп чыктым да. Мен бу кинодо ойнаган ролларыңыздан көрө театрдагылары жүдө анакараак, салабаттыйроок тоюлду да. Масалан, битте анакасыны көрдүм, мен хайран калдым да. Созвездие Омар Хайямыда Хасан Саббах ролун ойнаган экенсиз да. Ассасинлерди типа анакасы создатели. Шашин ролун ойнаган экенсиз. Шунакы театрлардан куруп калган экенбиз биз азыр. Жок, бул Созвездие Омар Хайямов hayotimdagi эң чыралуу спектакльдерден бири. Хазыр афсуски ойнолмапты. Яхшыгына мукафатлар ам уткан экен. А, молодёжка успайтта көп мукафатларны утуп келген. Ага. Наба Абдурахманов жүдө эң күчтүү режиссёр эле. Хазыр ам барла энди Америкада эсеңиз. Яратып ушты ишлепти. Лучше театр мас кино хакында гаплашып жүрөлүк. Не, театр хакында эмес, башка суроолор тайярлаган, мен просто азыр бир кызык нерсе көзүм түшкөндө, биз масалан, вилоятларда театр деярли жок, но көргөнлөрүбүз, Ташкентке келгенде театр мавжудугун билгенмин, хали ам адамдар барып жаткан, тасаврымда театр жоогуп кетти, там эски санат ойлоп жүрөрдүм. Кийин биринчи мат Илхонго түшкөндө эстейман, кийин жоогда актёрларны көрүп bu qanaqadir juda katta taassurot qoldirgandir-da, lekin ko'p aytishadi, masalan, chet elga chiqqanlar teatr boshqa davlatlarda o'zgargan deydi. A bizda hali ham qanaqa o'zgargan? Zamonaviy texnologiyalar ishlatishni boshlashgan deyshadi. Drugoyda. O'sha nima fundamentlar qolib turibdi, faqat ular eksperimentlar ko'paytirishgancha. Hozir eksperimentlar ko'payib ketgan, lekin tegida klassikiy teatr bo'lmasa, bu уже teatr bo'lmaydi, bu shou bo'ladi. Классический театр, ты не можешь, просто чумолишь. Как тебе объяснить классический театр? Классический театр, который идет там, скажем, по Станиславскому, или там по Мариосифу, Кнебель, или там по Чехову, я не знаю. Классический театр, это... Спектакль больше так, там должно быть все. А когда идут уже такие эксперименты, где больше... интертеймента и как бы больше визуальных эффектов, это уже шоу, это не спектакль. Но есть спектакли, где с визуальными эффектами, со всеми делами, но это полноценный спектакль, есть такое тоже. Агар факат классический да колурса театр Боргенсар аудиториясын кемейип кетпейди? Жок, театр нече жылдан бары. Торлигин театр доим 100 жылдан озон. Какой 100 жыл? Ты что? Миллионы лет театр существует. Он никогда не
театр ишчика жоң ишка кыйоо болуп кетмейди. Технологияны рожаныш таасир кылмадымы? Немеге таасир кылады? Просто технология бу спектакль яратышта жардам. Болду, спектакль, пьеса жазылады, спектакль коюлады. Масалан, кийинги авлодларны ошо аудиторияны кемайып барышта, яны кийинги авлодлар кемайышыда демокчумун. Жок, мана кара, мисал үчүн саны балең туулса, сан балеңи театрга алып барсаң, кинолорго түшүнтүрсөң, театр немелигин, театрга мухабатын уйгатсаң, демак у өзүнүн баласына ген прививайт кылады бул нерсе. Ошон үчүн мунака адамлар бар. Биз силер театрга бармаганыңар менен эч ким бармат, бармайт деген эмес. Просто силер билмейсиңер, силер буну ичиде эмессиңер. Мен ичидегимге ошонго мен уверенность менен гапыра алам, что театр эч качан болмойт. Мунака болушу мүмкүн эмес. Абади. Барады. Станиславский өлді, театр тұрды, Мейрхольдлі, Эфрослі, Тастаноговлі өліп кетті, Захаровлі, театр бар бір. Театр бізге, мәні театрды тасвірләшкенде, көп башқа телевизорды ем, яки башқа адамлы ем, гапыр берсе, анақа дейді де, ол қанақадар қарьерлер барып, отырып, көрәдіген, жойдаке, стереотип шәкірленгенде, дұрсы менді, мен өзімді. Чүнкі сіз театрге бармагансыз, театрге өзіз, бас сіз ешіткансыз. Білесіз мүшін, анекдот бар. Тәс кетуат кәмішді, қақы кетуатсам, Паваротти-ні ешіткені кетуамман, кеген екен. Вәбші әшілі етчісі білмес екен Паваротти-ді. Немеге бұна қыдырсан, кетчі ортағым етберді де әшілі етчіні. Чана Паваротти-ні ортағыра ештігені. Сіре санам қос, кім мүдір гәпігі құлақ салып, өшінікі фікірлі басын. Сан барып, көр, харбітті театрге кіріп чық. Өзінге яқадыған театр топасын. Мысал үшін, Хамзеге бар, Мұқимиге бар, Абрар Хидаятовге бар, Илхамге, Русский драматич. Харбітті театрге кіріп чыққынды, өшінде сан өзіні театрін топ боласын. Сәнге яқады ғаным. Харқында яшта болсам ма? Любой яшта, любой яшта. Өзіні театрыңды тоф болыса. Барып кесен, хар біттәсіге ерінмәстен кіріп чықсен. Лекен, қозым, мәселен, Акбар бәлім тезім дойым үстіңі үшеді, Иванова Детсоға барғанмыз, яшта тұфақы, шыны Цүппетерлер бізге қой бергенді. Кен, көргенмә, мен көкқа, оңге өкмеген, қанча дұрадам көкмеген, лекен, бізге айтышкен, сілігі өкмезем, ма бұл хаққи санат дегенде. Көріш керек. Көргеніміз? Хаққи санатыны, әгер масламды қарады сізге өкмеді, сіз өзі там, мәді өтмәдісі болады. Сәл мәдениет пасырық адамды қысырыш керек боладым, елі хаққи санат бар дейді, оны санаған берешеді. Адамлар бізге көргерлер, кемізі өліп тұрамыз. Мәне мысал үшін, Кафка деген язушы бар. Жарайон, оқыған. Кейін Пелевин бар, Воронин бар. Бұлы дүниада зор авторлы деп сапланады. Лекен мән бұл китапланы оқамадым. Оқып көрдім. Мәңгі болмады. Бұлгені мән савиям пасамаз. Просто мән бұнгечен қалы бәлкі осып бармаген дұрма. Бәлкі миям қалы бұнарсаны қабыл қыламы апты. 3-4 елден кей оқысан маза қуаршы мүмкін. Білмей ма? Лекен бұл мән савиям паслігіні іспатыла бермейді. Бұндан бұл үшті автордан ташқары көп авторларын оқыған ма? Йоқады. Бұл просто мәңгі Пелевин йоқмейді. Особенно там, когда Чапаев, Терминатор появляется, а тут Сникерс, тишина живет. Ну, короче, для меня это не входит. И это не значит, что я не перехожу в ранг необразованного человека. Просто мне не нравится автор. Можно посмотреть, может, ты завтра будешь смотреть Феллини, и он тебе не понравится. Это же не значит, но ты посмотрел и смотришь Антониони. И ты тащишься от Антониони и прям любой сюжет она прям раз разбирать как тащилась. А Феллини сангеок мил. Бурган сан савием пас дьяна маску. За это нет. Тарковский кино снял второй мгновенный, мы савием пас дьяна нет мил. Ну Тарковского дорасти надо. Чего сам? Пока что меньше мы сагали, чем нужно. Ты просто не дорос. Как придет время, когда тебе Тарковский зайдет.
Boya ham shuni aytmoqchi edim-no, yaxshi fikr aytdingiz-da hali, tipa uni darajasigacha bormagan dursan balkim, uni o'qiganicha. Bizda ham mana hozir alternativa ko'pda masalan. Teatr eng oxirgi o'rinda borib ko'rish mumkin bo'lgan narsa bo'lgan, chunki varianti ko'pda. Eng kamida kinoteatr bor undan oldin, yoki oddiy telefonda ko'rish bor, Netflix bor, Kinopoisk bor, muzika bor, ko'chaga chiqib nimadir qilish bor. Teatrga borish anaqasi, nima deydi, odati. Nima deydi, alternativlarning ichida eng oz nima deydi, variant qolmaganda keladiganday bo'lganda biz uchun. Mana endi mana yosh katta odamlar tushuntiryapti, mana o'smoqchi bo'lsang, intellektualni o'smoqchi bo'lsang, yaxshi narsa ko'rmoqchi bo'lsang, san'atni nima deydi, qadriga rostdan yetmoqchi bo'lsang, bor mana teatrga borib ko'r, mana siz aytyapsiz, biz Nodir aka har doim aytadi, teatrga boringlar, teatrga boringlar deb. Endi kelyapmizda shu darajaga to'g'risi. Bu prosta sizlarda afsuski yoshlikdan teatrga muhabbatni o'stirishmagan. Afsuski. Lekin hozirgi paytda juda ko'p ota-onalar bolalarini teatrga olib kelishni boshladi. Hozir necha yoshsiz? 22. Hali o'sgan. Почитай Гамлет. Сходи куда-нибудь на спектакль, посмотри кино Гамлет. Это одна из самых обсуждаемых пьес за всю историю человечества. Просто это тебе не интересно. Ну, типа, да, да. Да, понимаешь, тебе не интересно покопаться. Вы поколение информационного бума. У вас не было голода по книгам. Вы не искали книги. А мы раньше их вручную переписывали, потому что книг не было. А читать надо было, понимаешь? Книгу давали на ночь. Ты за ночь должен был там прочитать, потому что не было в 93-м году книг хороших, новых. Ну да, ну, типа, китап-то на кинематографе. Сле информационный бум, поэта, я сейчас, сле да информация, джуда тиски вот. Сле она сабрили етмиди спектакль курышки, ритма пасробоса. За сле учен, сле спектакль курышили учен, ритма тезлештровам спектакль. O'shanda yoshlar kelib ko'ryapti. Chunki hozirgi paytda informatsiya juda tez qabul qilyapsizlar sizlar. Internet tufayli. Mana bu reelslar. Bir minutku. Bir minutni ichiga qancha narsani sig'dirishyapti. Sizlarning sabringlar yo'q hozir. O'tirib spektakl ko'rishga. Misol uchun Shukur Burxanov haqiqatdan genialniy aktyor. Genialniy. Lekin hozir Shukur Burxonovga sizlarni olib borsa, sizlar ko'rmaysizlar Shukur Burxonovni. Yetasiz, bu namuncha bo'ldi sizlar. Chunki ritm o'zgargan. Bobur aka, lekin masalan teatr Ilhomganiga borgandim, masalan bilsangiz rus mediasi Lapenko degan inson chiqqanda, u o'zi teatral bo'lgan, uzoqda teatrda ishlaganda, keyin YouTube'ga o'tgandi, ya'ni YouTube'da ijod qilishni boshlagan. Keyin uni intervyularini ko'rganimda teatrdagini aytgan, teatrda nimalar o'rganganini shu narsalar aytgandan keyin aytganman, Toshkentga kelgan paytda shu Ilhomga tushgandimda, ya'ni aytmoqchi bo'layotgan narsa, masalan ruslarda ba'zi bir teatrallar internetga o'tyapti, har xil o'sha YouTube'ga, tam Instagram'ga boshqaga o'tyapti. Keyin baribir odamlar tasavvur bo'lyapti, teatrdan hali ham odamlar chiqadi. Bu bilan seni teatrga chaqirishyapti. Da, shu aytmoqchi O'zbekistonda ham shunday qiladigan odamlar bormi? Ba'zan yo'q, hali yo'qmi? Men bilmadim, bu narsani ko'rganim yo'q. O'zi internetda faqat informatsionniy razdelda o'tiraman. Men qanaqadir informatsiya kerak bo'lsa, qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, Instagram, Facebook желательно вообще не открываю. Instagram, чтобы убить время. Понимаешь, прям сразу же хоза кида дедымма, 15 таким кида келдим, hozir Instagram ochardim. Sizlar trubkani olmaganingizda 2 gacha vaqt o'ldirish uchun 15 minut 10 minut o'tirardim. Но так, чтобы я там посвящал Инстаграму или Фейсбуку время, ну как-то его и так мало. Buni aytmoqchi bo'lgan narsa, masalan, u ungacha ancha ko'p sketchlar tanlab chiqqan-ku, lekin u ko'rsatdiki, mana aktyor mana bunaqa narsalar qila oladi. Tam 10 ta obrazga kirganda har xil odamlar ko'rsatgan, uni qari ham ko'rgan, o'sha Instagramda o'tiradigan yoshlar ham ko'rgan. A hozir bizda
сеткенде инстаграмда рилс чыкты да вайн чыкты биттас там мойло коюу нимадыр кылган болот шуну актер деп ойлойм актерский махорат мына шунака болор экен деген тасаввур берилипти да а мен айтмакчы болуп адамдарга хакы санатты көрсөтүп туруш керек хотя бы интернетте болсо контент толтуруп туруш керек демокчу болсоң разы болот деген болсо мына мынакы кап да ошо шуну айтыпман да интернет силарны эринчок кылып койгон силер барып буну теги каны жетичи деген фикир силерде тугулмайды. Misol uchun mana aktyor Vine'da chiqyapti. Qani borib shu aktyor teatrda o'ynaymikin? Qidirib, teatrda uni topib, borib, ko'rib. Bunaqa narsa yo'q. У вас нету момента исследования вещи. Вы говорите, театр bu anu etudi va bunaqa. O'zingiz borib buni tegi yetish sizlarni bu narsa qiziqtirmaydi. Chunki sizlarda tez informatsiya. A, mana bunaqa aktyorlar mana bunaqa o'ynayapti. Ha, bo'ldi, tushunarli. Все, очень поверхностная информация обо всем, о книгах, о театре, о кино. Очень поверхностная информация. Кимдур это, а, болды, ма, чиндым, дейсли. Узили барып, бунарсаны исследовать, кылып, теги еттиш, бунарсы сылады тугулмапты, да, понимаешь? И это все, вот, это из-за вот этого. Из-за интернета. Бу ликен, табии ликен и нормал холад. Bo'lishi mumkin-ku. Deylik, bo'lishi mumkin. 90-80 yillarda ham xuddi shu texnologiya paydo bo'lgan. Lekin sen borib, o'zingni miyang bilan yashaging kelmayapti, tushunasan? Sen bosh birovning miyasi bilan yashayapsan. Bu mamlakatda teatr mamlakat ekan. A, kino mamlakat ekan. Tarkovskiy, ну не очень. Man ko'rmadim. Это чужое. А ты пойди, исследуй и роди своё мнение об том или ином. О театре, о кино, о книге. Чтобы сказать, что мне Пелевин не нравится, я прочитал его два романа. И я понял, что он мне не нравится. Generation P и Чапаев и Пустота. И Тишина, по-моему. Или как у Петькана фамилия основная. Тишина, Пустота, Пустота, по-моему. Пустота. Aytmoqchi bo'lyapsizki, ya'ni biz oldindan bizga kimdir va'da berish kerak, mana shuni ko'rsang shunday bo'ladi deb, keyin biz ishontirmaguncha biz bormaymiz u narsaga. Yo'q, sizlar mana sal noto'g'ri tushundingiz. Sizlarda o'zingizlarni fikri u vas net, ma rus tilida o'ylayman-da, u vas net желания обладать собственным мнением по тому или иному поводу. У вас нету этого желания. У вас желание поверхностное. Я знаю, вот я сходил в театр Ильхом на «Собачье сердце», посмотрел, не все понял, видимо, это не для меня. Пойди в другой театр, посмотри еще что-нибудь. Приди в Ильхом, посмотри другой спектакль. Там тысячи спектаклей, которые... Есть спектакли, которые я тоже не понимаю. Икинчиси ген бордым, дождь со стеной на почке. Это не самый лучший, по моему, лично моему мнению, спектакль, потому что он мне... Честно говоря, не нравится из-за мата. А меня понимали. Купрок ёхта, что я казаха. Потому что там матерятся, на твоём языке разговаривают, братан. Матта нам кура, нема бор. Йогда, хозынадыр. Матта нам кура, йогда мен хозыр там актуал рок боган, узым гякро боган маузулан курдам. Оша яшлар, оша улан кинали откана, оша пацанны юрышу йогда бьёгка. Кен охорда трагедия, кутуп трагедиян беришти менге. Shuning uchun yoqdi, shunday desam bo'ladi. O'zi o'zbeklar yig'lashni yaxshi ko'radi. Borib kino bo'lsa yig'lasam, spektakl ko'rsam yig'lasam, kitob o'qisam yig'lasam, передача ko'rsam yig'lasam. Lekin oxiri happy end bo'lsam baribir. И o'shanda ham yig'lasam. Happy endligidan. Да, там дело в том, что siz borib teatr to'g'risida mustahkam fikrga ega emassiz. И bunaqa fikrga ega bo'lishga intilmayapsiz. Siz borib, har bitta teatrga kirib chiqing. Ko'rasiz, mana bir oy ketkazing shunga, o'zingiz teatringizni topib olasiz, и u yoqqa постоянно borasiz. Bitta qiz bilan tanishsang, yur, man sana spektakl ko'r, shunaqa spektakl bor, shunaqa yoqadi. Balki senga ham yoqar, yur deb o'sha qo'y borasiz. Понимаешь? Keyin qizni tashlab ketadi. Да. Да, если такая девушка, тогда зачем она нужна? Tekshirib olishni yaxshi yo'l ekan. Takta, zo'r tekshirib oladi. Teatrga yur, keyin 15 minut tura olmasang, ну всё, тогда. Это такой вайн ko'rib o'tiradi teatrda. Ну, вот.
ну театр масласта. Ну, масалан, бұны сауаларды бекер кеткенбіз, бізді келі жүді көпті, жүнке, біз бізді пакеліне ростан шынақ еді. Я, лекен, мәлі санатке қызыққыш, нәрсе қызыққыш, қазір, масалан, бізді Өзбекистанда оданды қадыр қымматыға, образыға кәм қысса қошадыған болып қоған ем барды ма, сол үшін? Масалан, сізді театрға бораймын дегеніңіз үшін, көчеде қана қадыр одам сізге көпірақ құрмат білен, яке басқаны сәбілін қарамайды, сіз, типа, масалан, айфоныңыз болса, дейлігі, я лора пиано күйі бірген болсыз. Жендіріз бұса қора. Көпірақ сізді нақ қылшады. Шынақы мәсі ме? Шақарыны. Сізге онақ көрмейді ме? Шақарыны өзгер болады. Масалан, ескі Ташкент тасвирлейдіг адамлар. Там театрлар, жойлар, қанақадыр парклар, нормалі, ма дейді. Мадани қорды қысы боладыған жойлар. Айот башқа чарағыды байтмақчы болады да. Біз просто капитализм өткетіп қолаймыз, қамамыз бизнес центр, ялтырақ, шоуға барыш керек, қанақада кімдір концерті, там 12 мінді адам болады деген баш ой. Кімдір бұлан ұрышып қолды, тұрышып қолды қазір әксер. Масалан, қазір бітті поп артистің концертіге түшкен, адам құрматлыра, ұшадың инстаграмға қойса, там көпчілік хавас қылады, театрге барғанын намаз қайырда, зор спектакльге түшкенінден көрі. Біз, как маданият сфатыда құлайамыз ма деген масалаем барды бұйырда. Смотря в каком кругу ты вертишься. Театр Геборден, да? Смотря в каком кругу, что ты выбрал для себя, в каком кругу вертеться. Я верчусь в том круге, где не знать какие-то вещи стыдно. Мне вот, да, у меня есть такие друзья, что мне будет стыдно, если я не смогу, если я не знаю вот этого, а он знает. Понимаешь? У вас стыдно плохо одеваться. Ну, вот как слеет от ян, это мог бы от ян нарцели, вот что, пьяно. Лоро пьяно. Вот пьяно, вот это нету, там айфона нет. Да, я тоже хочу хороший айфон. Я хочу приятную на ощупь рубашку. Я хочу хорошую машину. Но при этом мне будет стыдно, если я не буду знать этого, например. Чего-то. Просто я сейчас работал над одной вещью. И там месседж такой. Ты тот, что ты выбираешь. Если ты выберешь добро, тебя будет окружать добро. Если ты выберешь зло, тебя будет окружать зло. Это то же самое. Если ты выберешь интеллектуально развиваться постоянно, тебя будут окружать люди, которые интеллектуальны, потому что ты сам к ним будешь идти. Ты будешь искать собеседника умного, от которого можно взять mm-hmm. что-то. Лекин бұрда мамынша, я көпірақ атрофымыздаге емес, бәлке бізі үші іштемой тарамады көпірақ вақыт өткізгәлігіміз үшін көрігіген талдауыйла. Сілі таллаген нәрсе кеватты сіліге. Сілі бошқы нәрсені таллесе елі, бошқы нәрсеге. Яқшылығыны таллесе, яқшылығы келеді. Йомалығыны таллесе, йомалығы, атрофин йомалығы болады. Игнор қып кет орыш керек ұнақы нәрсен, раз көреп сан болады. Нет, вот ты то, что ты выбираешь. Шын етмә, сан кім сан? Нәмі таллаген болсен, сан өше сан. Интеллектуал рәвішті өзіні байыткен кесе, өзің үстінде ішлеген кесі, сән шынаққа адамыла білән үйресен. Жоасан? Мәне мысал үшін сілі үтчел ойлы, неме кейгіл дейлі. Чүнкі сілі, сіліге үтчел ойлыге мәшін әрсі яқады. Бітті яқадан бас шықар бар сілі, тоғыр ма? Мәне сілі кейгіл дейлі. Ертігі сән, мән тасвири санатты, хатя бі, Ярман орган мақчыман, десем, бұлы ео десе, сан ұжа бұлыда ажыралы башқа жойды, ану музейлі де үресан, бұлы бұл пәйт мәмбетті отырады. Шынасан, кен сан қайтып келесан, лекен сан ану байлығы білен қайтып келесан. Исан қазір білген нәрсе, шу нәрсе білен, бұл ете единственное, что ты заберешь с собой. Пиано, айфон, тачки. Да, да. Нет, ты забираешь только то, что ты видел, и то, что ты узнал. Все. А это, я, конечно, красиво говорю. Может, я и сам так не делаю. Я тоже, конечно, одеваюсь. Я хочу курить хорошие сигареты. Mm-hmm. Я хочу с хорошим айфоном ходить. Там. Пусть он
13-й, я не помню, 13-й или 14-й, но он у меня есть. Я себя ущемленным не чувствую. Понимаешь? Другой вопрос, как я на это зарабатываю? Чем? Это другой вопрос. А так я тоже хочу. Но мана ургу... Ман... Ихтиёчларингиз бошқа нарса. Йо-йо, бор бу ихтиёчларим. Ҳама нарса бор. Лекин ман ургуни асал бошқа жойга урмаман. Ман ҳам холиман, яхши ovqat yeyish, қизим пиано киюрсин дейман. Оғлим там нима дейди? Зарардан киинсин дейман. Lekin meni hayotimdagi urg'uim sal boshqa joyda. Bu eng asosiysi emas men uchun. Men shunaqa sharoitga tushib qoldimki, umuman tanlamagan kasb bilan shug'ullanmayman. Men tanlagan kasb bu aktyorlik. Men hozir rejissyorlik bilan shug'ullanmayman. Lekin bu endi bu уже meni tanlovim. Lekin men o'zim bu tanlovga kelmaganman. Oldin meni tiqib qo'yishdi, keyin uni men ko'rayman, rejissyor kasbini obdon o'rganib chiqmasam, dalishib yura olmayman. O'shanga xos teatralni rejissyorlikni o'rganib chiqqanman. Понимаешь, видишь, акцент чуть-чуть смещается. Но развитие, интеллектуальное развитие и развитие человека как человека оно на первом месте все время стоит. Ну, представляешь, умереть тупым. Ну. Ничего не видав. Да. Эйн зор, она кажется, чуть трошу было. Тупой более кетман. Тупой более страхлый сам. Не, ну, знаешь, сколько людей умирает просто тупыми? Вот. Сейчас тебе 22-23, да? Ты представляешь, что Лермонтов уже в 27 умер. Ну да. И сколько он оставил после? В 27 он умер. И до сих пор мы его помним. Ты до сих пор его всего не прочитал, брат. У тебя времени столько нету, чтобы прочитать всего Лермонтова. То, что он за 27 лет сделал. А тебе 22? 23. 23. Ну, я читал его, когда готовился. Что ты успеешь за 4 года? Я читал его, когда я готовился к экзамену. Не, понятно, что ты читал, но ты его не знаешь. Ты знаешь его несколько произведений. Ты имеешь понятие о Лермонтове, но ты его не знаешь. Ну да, согласен. Agar iloji bo'lsa, 5 yildan keyin agar shunaqa sharoit nimadir yana to'g'ri kelsa, yana 5 yildan keyin yana bitta podkast olsak, bo'lar. Ya'ni, men hech kimni xafa qilmoqchi emasman, bu har bitta odamning o'zini tanlovi. Просто мен айтыватқаным, бұл мені шахси фікрім. Мен хеч кімге оны навязывать айтыватқаным жоқ. Там бар, нақыл не. Сіз айтасыз ба, бұнақа вариантларым бар. Жоқ, мен мысал үшін, мен 100% білемін ки, яхшы музыка, яхшы тасвири санат, яхшы спектакль, яхшы кино, яхшы китап. Одамы, я на русском скажу, хочешь не хочешь, он взращивает очень стабильные общечеловеческие принятые моральные ценности. Ты в человека превращаешься, когда ты этим занимаешься, когда ты это смотришь. В процессе. Конечно, это очень, это не зря. Вот есть профессии, которым нельзя научиться. Актерству можно научиться. Режиссуре можно научиться. Да, ты будешь не Эфрос, или там Станогов, или там Мирхольд, или ты не станешь Станиславским. Но ты будешь хорошим режиссером, крепким. Этому можно научиться. Нельзя научиться писать стихи, писать картины и писать музыку. Если Бог не погладил, ну все уже. Понимаешь, не сможешь ты это. Поэтому это называется писать. И раз это писать, раз это, этих людей Бог погладил, чтобы они могли писать музыку, картины и стихи, надо же пойти посмотреть, кого же там Бог погладил. Надо же его узнать, его же Бог погладил, что он умеет писать музыку, или писать картины, или писать стихи.
Он же не просто так в этот мир пришел. И ты не хочешь с ним познакомиться? По-моему, это круто. Человек от Бога рядом с тобой сидит. Для этого надо знать Бога. Я не знаю, что я в хайолымда, хозра этот кенизе, не знаю, что я в хайолымда Паганини айлену урды. Блин, не знаю. Просто, это абсцесс, и просто Паганини хайоты. Бальки хана кадар, не знаю. Знаешь, есть версия, что он продал душу дьяволу. Да. Бальки же учундыр, улану. Просто хайолымда айлену япты, да, у типа же. Может. Хорошо, что Паганини. А не Моргенштерн. Не, почему? Моргенштерн тоже имеет право существования. Тоже имеет право. Да, все имеет право на существование. Харбер Нарсан Узен Харидор Харидор Нутопада. Поэтому я думаю, у всех вкусы разные. Кино сохостаги активлигиз. Hozir qanaqa? Ну, в дальнейшем, да. Нормально. Яни, янги нималар бўлади? Бўлади, чиқади, хулос. Лекин сизда кўпроқ театрга интилиш бўлса керак, ёки? Ҳозир охирги пайт шунақа бўлиб, ну, как вообще театр, конечно. Мана касбим, мана ҳаётим бу. Худо холаса, театр ҳеч қаққа ҳаёт бошқа бурвормаса, мана бу театр. Кино, конечно. Это сорами мандудом, сорами сам гуметта. Осмондаги боллар учите, анака сценарий сине ухянсмиз. Да, да. Как узис курганнан кейин анака чыккандан кейин экранлага чыккандан кейин көрдүңүз музис? Илк анака таасурат болду. Сорами дедим, деген жерде сорагым келди шуну. Кызыктым. Шунака түшүнчө барки, мана сценарийде жазылган нерсе хотя бы 50% ухшеса, уже кино считается, что есть. Бу Зульфкар Мусаков, Зульфкар Мусаков, бу сценарийни башнақ курди. Ман сал бошқача олган бўлардим бу нарсани. Лекин бу бошқача олган бўлардим. Мне я, понимаешь, я не такой спец по кино, чтобы мочь критиковать фильмы. Это будет мое личное мнение. Я не могу говорить, этот фильм плохой или да, хороший. Да, да. Личное, личное мнение. Это личное мое мнение. Поэтому если тебя интересует лично мое мнение, да, то я бы снял по-другому. Но вот так я бы не смог. Это... И начинали. Райким ла расам койгансы, ханакадыр совместный... Проект был. То я не ноябрь, да худо холес келеп, спектакль койп кетеду. Занчады. Дидордам. Дидордам. Инди келеса, да? Енді қоймайым. Кеке. Бай айттыңыз анаға стыд қысқыламан. Бірақ білген нәрсені мен білмесем дейді, достым білмеген. Мен стыд қысқыламан тоғыз үшінші нәрсені анаға білмегенімге тоғыз тазыр. Ушан үшін жиым отырмын. Стыд қысқыласан? Да не, ұрады. Мен үшін қысқыламан тоғыз. Чүнкі мен kimdir menga aytgani uchun emas, men o'zim qaror qabul qilib borishim kerak baribir deb o'ylayman, chunki bar ichimdan o'tayotgan narsa, ya'ni meni nimadir haqida o'ylaganimda emotsional uni zerikarli deb o'ylashib va kurashib borishimda sizda aytgan gaplaringiz ma'lum ta'sir qilishi mumkin, lekin bundan uyalganligim uchun borishim uchungina borishim bu men uchun nenormal. Shuning uchun shunchaki o'ylab borishim kerak emas. Bu uyalish hissiyotini aytmayapman. O, ben sizi gitmiyorum, ben o zaman yomansam, ben bunu bilmeyeyim. Bar bilip ki, yakışı buluşuyor. Bar bilip ki, ben sizi gitmiyorum, şu sizi bar bunarsanı kursiyle, belki yenge başka dünya açılar sizi. Belki. Bilbo muydu? Belki sen hos irtigi barısan de, te spektakli koyup buldu, çatırda kop getirsen. Belki
Бір ой театрлігі барып, театр вообще барып кемес екен, дуар шинам. Леген онда хотя бы аргументым болады. Конечно. Сейчас ты мне не можешь привести аргумент, почему ты не хочешь. Да, да. Да, ушаң есте тұқсылым. Ты, у вас есть о многом понятие. И ни о чем. Но нет ни одной вещи, чтобы вы знали ее изнутри. Бля, партийник коматованных скрах. Лейкин куп нарседан, куп нарседан, чунчейлі бар там. А маму мамнака, а маму мамнака. Лейкин бір нарседаны, обдан теги ет бар мегансын, битті ем нарседан. Битті мам, сымны нормально койол мейма бойтан. Хозырген. О, видишь? Школу изобразительного искусства. Полистай, братан. Сидя ютруптами. Вон Тургенев у тебя есть. Говорят, что Тургенев родил Чехова. Знал об этом? Нет. А Кайсим Ануда, Айнан? Как драматурга Чехова. Антон Павловича. Не, есть еще другой Чехов, который в Голливуде по чьей системе работает артист. Не по Станиславскому, а по Чехову. Бертольд Брехт еще наш музыкант. Ну, Брехт, да, своя школа там была. А янги чыкыткан ижодкорлар хакында гапырылса, мысалы, кеча гаплашып болгандык, биз как bizga bir jurnalist bilan gaplashib qolganmiz, aytdi biz men 23 yoshimgacha faqat o'qiganman, tam qiynalganman-da, tam ishlamaganman-da, o'qiganman. Sizlar tam 19-18 yoshda paytlaringizda ishga kirib olgansizlar-da, ishlab yuribsizlar dedi. Keyin bu bitta tarafi biz hozirgi ijodkorlarga qanaqa, ular hali ham o'tyaptimi o'sha sizlar o'tgan tam shkollardan? Bilmayman, bilmayman. Lekin mana hozir bu yil kurs olgan bo'lsam, men ularni burnini ishqaladim. Бигикта. Бигикта, да, бұрынан ешқалап оқытуанман, намайге. Оқыш қиын болыш керек. Хаққаттан қиналып оқыш керек, мәне, 3 ел, 4 ел қиналып оқыш керек. Көп оқыш керек. Мәші 3-4 елді білуаген нәрсен бұ саны базайын болы. Кеген ұжы вақт болмайды болы, чақы тұғылгенді, мүнчәлік көп китап оқыш, көп нәрсеге... Vaqtingni sarflashga vaqt bo'lmay qoladi. Hozirgi paytda, hozir 23-22 deyapsizlar, ya'ni 3 yil qoldi. Shu bilan bo'ldi, уже не догоните. Еще у вас 3 года есть, чтобы набрать базу мощную. Но для этого надо очень тяжело учиться. Учеба должна быть тяжелой, она не должна быть легкой. Легкая учеба – это не учеба, брат. Одержимость, если что-то, это такое. Инь Йомон Сос был молодец, таким без молодецкий чудо вахлер с хуям. Как поколение. Типа этого, ты про барабанщика говоришь, да, одержимый, да. Типа этого, учеба должна быть лучше. Кыр окшкири, очень базен плотный болят. Егерма бес ёшкича, вот адам, он так сказал, что майтап битердам, более егерма бес ёшкича, плотный окувалишкири. Manimcha institut qiyin o'qish qiyin bo'lish kerak. Oson o'qish bu. 5 ta predmetlar bilan. Biz 5 ta. Ну, смотря опять на что жизнь кладёшь. Кто на что учится. Вот эти художники всю жизнь учатся. Артисты, режиссёры, музыканты всю жизнь учатся. Врачи всю жизнь учатся. Врачи лечат тело, театр лечит души. Я зоколю чекарал, это не мои слова. Рислаги, инстаграм, рислар, но по этому я цитата ловлю. Это не мои слова. Это не мои слова. Ладно, я понимаю. Анака, театр, одам гэ тарбей бирай дэгэн джой дэп соблэс бэсэзэм? Бэхбуди. Да, я слышал эту фразу. Театрге борчу на самом деле. Да, тарбиялеса керек, айсы дурмано да. Ну, в театр не приходит на воспитание. Ты же не приходишь, сегодня меня будут воспитывать. Ты же не так в театр, хотя ты в театр не заходил, по-моему. Но просто когда ты приходишь в театр, и тебя там начинают воспитывать, по-моему, я больше в такой театр не приду.
Да. Если меня начнут говорить, ты плохой, надо делать вот так. Я в такой театр не пойду. Я пойду в театр, где режиссер что-то понял в произведении и мне дает какой-то супер месседж, чтобы я офигел от игры, от работы артистов, от работы режиссера, художника, композитора, чтобы это все было. Вот когда наш торт тебе что дам, барбоянная, какие-нибудь шунака шедевры, нарсанам, курас, да? Я за этим иду, но я не иду, чтобы меня воспитывали. И ман, мысал үшін, театрымды бұна қынарсы ел. Бұ спектакль адамларда мамыны тәрбейлейді. Манави, марфи, оңгенер ожандырыш үшін. Бізі бұна қа, по-моему, бұна қа режиссерлер кәм. Мамына қа тәрбейеви мана кеп чықыш керек бұ спектакль. Художник не об этом думает. Екеген болан отанас тәрбейесін, тәрбейелесін. Дөлетке ташап қойып, тәрбиелі берейді, сәрі болайын. Үйнімеге театр сәрі болайын, тәрбиелі. Киноныңаге өгетеді адамланы дейді көп. Ойлави күра деген нәрсе қылайлар дейді да, но вроде... Киноян тәрбиелеш керек бізді, институттан тәрбиелеш керек, мәктебан тәрбиелеш керек, хәмі нәрсе қызын тәрбиелеш керек. Бізден подкастан тәрбиелеш керек, ол осын? Тәрбие қаттан шықады. Яна бір мәлі. Саны таллоуын қайсы, нема таллоу қылды. Ошанды сан өзін саны окружениен саны тәрбиелейді. Англичанлыды мағынақы гәп бар. Не воспитывай своего ребенка, воспитывай себя. Он то, что видит, то и будет. Если ты куришь, если папа курит, сын 90% будет курить. Понимаешь? Воспитывай себя, говорят. Не воспитывай своего ребенка, говорят. Поэтому, манымча, режиссер тарбияви томанну ойлеш керемес. Да, потому что, опять-таки, о чем месседж ты хочешь сказать, о чем ты хочешь сказать зрителю, с чем ты хочешь поделиться. Я хочу поделиться со зрителем рассказом «Мой Дадыр», что надо мыться. Ты представляешь, ты приходишь в театр, я тебе говорю, понимаешь, брат? Помойся. Надо мыться. Надо мыться. Это хорошо, да. Мыться, понимаешь? Зарарли эмас. Об этом же не говорит же. Тот же, это же золотую рыбку Пушкина, да, можно поставить о том, как женщина издевалась над своим стариком. Можно поставить о жадности женщин, а можно поставить о любви старика к, к своей старухе. Насколько он сильно ее любит, что он идет и выполняет каждую ее просьбу. И был режиссер, да? Конечно, конечно. Можно поставить о золотой рыбке, а там не о, золотой рыбке сказано. Ошан менен айттым Сарбар аке менен подкасттамы. Сиз алтын балык дедиңби? Тилла балык дедиң? Тилла балык у анака байлык тез байып кетиш хакында эмес, у севги хакындагы. Ну, это смотря, видишь, о чём ставить. Да. Это можно поставить о жадности, о том, что канчали бу аял эрини үстүнө, эрини кыйнап алган туурусун коюш мүмкүн. И севги хакында коюш мүмкүн, ва сехрли балыкчы туурусун коюш мүмкүн, понимаешь? Да. Har xil narsa. Rejissyor tarbiyaviy tomonini o'ylamaslik kerak dedingiz-ku, lekin hozir bitta qiziq tendensiya ketyapti, balki ko'z ham tushgandir. Ruslarda Slovo patsan degan serial bo'ldi-da. Keyin u ommalashib ketdi. Ko'rdingizmi? Buyuk ssenariy deyishdi там. Что не понравилось? Эмин ko'rdim, menga yoqyapti, menga qiz boshqa qiziq tomonini. Tejirdi soy Slovo. Yaralasha deysan bu ich. Bola sabab nimaga sanga unchalik yoqmadi bizga yoqqan. Chunki u vaqtda sizlar davrlar haqida. Da. Xuddi shunaqa o'sganman. Почти то же самое. Почти то же самое. Махаллаге махалла? Да. Да, школа на школу, махаллаге махалла. Группировка. Хамма душман? Йо, хамма душман. Это у нас чуть-чуть другие вещи были. Мы никого не убивали. Сагрегене сагрелген, да? Но вот эти понятия были
Поэтому я там свое детство вижу, и мне это заходит. Но это сейчас шынақы жойге туры келады, хазыр Урыштан қайып келады, янзеклер ашынан саны башлиды, да? Украина білен Россияны урышын ет оны. Да, ула хазат еткен нәрсе, ну, Ростан Узман көрдім, анынмады ген. Мысалан, битта қыз қойгенде, менге шынақы егіт керей деген, дұшы, там персонажлан қой, шынақы егітіне там, бұрыш қоқылыман дегенде, кен башқа адам чықпайды ке, ола историялан көрсік, кәне, ола қызларыны даже зорлаген реал, баб, реалный адамлар қақыда олынген, ола айтмақчы ойлапты ке, азы сериал тақылашмақчы, оке тоқтаты қойшмақчы, тарбияви сағыфларге көрі. Яна, айтапты, романтиканы ошырады көчек испатан дейді. Сколько статей ты прочитал про это? Ну, статей 10 разных критиков почитал. Этот сериал закрывать хотят только потому, что он пришел в такое время, когда сейчас с войны возвращаются тюремщики. Mm. Как и из Афгана они, когда-то да, возвращались. Да, они попали в это время. Это что 90-е годы, когда в Афганистане? В 91-м году поступили. 89-й год тюгеген. Бошлеген кетиши, 91-й год ахрый солдат чыкпетки Афганистанда. 100% 90 или 91 год. 89 началось при Горбачеве. А, он просто пришелся по, ко времени, а фильм идеально снят. И ты вот так сидишь. Если ты от него не можешь оторваться, значит он правильно снят. И про тебя. При делах. А? При делах, я по это. Ну, типа, это... У меня не так в детстве. У нас бунчали дараджа дарасада. Мунака дараджа. Но группировки были стенка на стенку, школа на школу, там 59-я школа, 42-я, 19-я, 115-я, там. Валом всего было. Мушляшу мы такой? Да, да. С футболом не гонкамы. Узиспями били. Узизи в криз будет агер. Масалан, хозер маш вазетте, джоткорлане, малым бір масулет болшы керек мүді, йоки бөрді, ула, шунчаки узын ішіні қылды. В смысле масулет? Слово пацанан айнан шунақа вақта чықарышканы. А, нет, нет, я не думаю, что они специально это сделали. Шунчаки тоғыр кеп қолды. Да, да, тасоды. И нобатке олшмагенді болесу. Я не думаю, что вот этот художник сидел. Знаешь, что отличает хорошего художника от гениального? Гениальный тот, кто предсказывает то, что будет скоро. Он чувствует на подсознательном уровне. Сейчас придет вот это. И этот спектакль входит. Кенла Козгонлара. Это во многом предсказательный спектакль. Из-за этого он вошел. Все одинаково одеты, как в СССР. 14 человек их там, 14 республик, и они распадаются. Это спектакль предсказания был. Поэтому он и зашел. Этим он гениальный. Этот фильм, возможно, это тоже предсказание, что сейчас будет. Может быть, я не знаю. Я не знаю, не смею утверждать, но я не думаю, что авторы так. Шучаки идет кегаргене хорош керек. Так, война началась. Хозы, ичкерды на мадр хозгаймыз. Они снимали про себя. Вот эта вещь, это про себя. Человек должен говорить, художник должен говорить про себя и от себя. А вот, а здесь все-таки я больше могу, лекен интересно кордом бедем, да, режиссеры узумешли им душнакка, бугаманды. Может быть. Я еще... BBC-де или Deutsche Welle-де көрген? Я ман хала көргенім ю. Вот я перед приходом сюда прочитал несколько статей и закончил смотреть шестую серию. Вот келишім на ауылы. И прочитал несколько статей, потому что было интересно. Но я не полностью изучил вопрос. То ли BBC-де русы-де, йоки Deutsche Welle-де русы-де чықты-де, кечеде оны қандашмасам көргенім, режиссеры, по-моему, сал озгорок, айтганды гапрыт ут мен яшлыгым аслыда шунака булганбыз деди. Мен болушу мүмкүн. Просто я же говорю, хар битта художник, режиссер, тем больше там катты язар, язучы, у өзү хакыда язат, өзүнүн хиссиятларын туурусунда коёт спектакльдер. Киноларын өзүнө туурусунда алат. Өткөн пасказ гаплашкандык ко мемориалмыды? Memuarlardan qilingan. Shoir Ag'yosovga kelgandilar, ular ustidan kulishgan ekan. Memuarlardan asar qildingizmi deb? Nega o'zimdan kelib chiqaman deganlarda, ba'zi joylarda kulishgan ekan. Нет, это нет, ты опять видишь, неправильно понимаешь. Я вот сказка о золотой рыбке. Ты бы о чём поставил?
Я бы, скорее всего, о жадности. А я бы о любви. Mm-hmm. Понимаешь? Вот я вижу это. Я ставлю про то, что я чувствую. А ты чувствуешь там жадность. Это ты такой. Ты так чувствуешь. Нет, я не говорю, что ты жадный. Ты считаешь... Я чувствую жадность, я вижу. Да, да. Ты ее видишь в городе, ты это все чувствуешь. Да, да, да. И ты хочешь об этом сказать людям. Да, да, да. Людям. Да, да, да. А я вижу любовь вокруг себя. Я окружил ее, ну, себя этим. Я хочу сказать о любви. Зла и так валом на улице, брат. Сплошь и рядом зло, жадность, агрессия. Люди озверевшие ходят, злые. В это время о чем надо говорить? О любви, ребят. Зло и так можно найти так, где угодно. Да вот, выйдет за дверь, там зло стоит, правда. Это здесь мы сейчас разговариваем о прекрасном. Да. Сейчас сядешь в машину, на светофоре тебя кто-нибудь обматерит или бибикнет. И про себя назовет каким-нибудь словом. Лекин базбар... кино спектакль ума асарлаган тариф беришганда биз нега ҳозир бундай ҳолдаligimiz қайердан келганимиз почему у нас так деган саволга жавоб берадиган асарлар бор дешади ва у ҳам буюклик деб айтам аслан опять кому про что интересно ставить понимаешь ким ну ҳақида манга қизиқарли эмас зикнали торисида қўйиш манга қизиқарли севги торисида қўйиш Har bitta asarda nur topish kerak, faqat yomonlikni qidiravermaysanmi? Men hozir shunaqa o'zimga chusta bo'lyapti, shunchaki o'zimning fikrim. Xuddiki xayolimda siz deylik jamiyatda bo'ladigan masalan qanaqadir narsalar bor o'zini tutishi jamiyatda birovlarni hayotiga aralashishga harakat qilaverishi man shunchaki o'zimni qarashdan aytamanda shunaqa narsalarni xuddiki ko'rib borib и o'zingizni izolyatsiya qilgandek ya'ni man atrofimda muhabbat yaxshilik ko'raman atrofda shundoqam yomonlik tiqilib yotibdi bilganlaringni qilinglar Men o'zimni ishimni qilaman, o'zimni hayotimni yashayman, baxtli shunchaki yashayman. Lekin shu bilan birga siz qisqib turibsiz, ya'ni odamlarni bir-biriga bo'lgan o'sha burnini tiqadi, hayotini boshqarishga harakat qiladi, kovlaveradi. Qisqib turib shunchaki shu siz ham yashash mumkin, nima qilaman demoqchisiz, to'g'rimi? Конечно. Это не мой выбор. Я не хочу быть там. И menga hozir sizning pozitsiyangiz juda yoqdi. Yo'q. Да. Я маркай русча ойлайман дедингиз-ку? Бабур рус тилида. Скорее всего, мактабда ҳам, боғчада ҳам русчада ўқигансиз. Китоблар рус тилида ёзилган. Мен ўзбек ролини ўйнагансиз-ку, ҳамма киноингизда. Топ-тоза ўзбек ролини ўйнагансиз. О, қанақа бунақа зўр чиқиши мумкин? Топ-тоза ипласда ҳам ўйнаши мумкин. Плюс. Плюслама. Бугун ўйнамадингиз лекин. Не, ну, например, завтра я буду играть вот Содом и Гоморрада лютто ойнадым. Кем амбит ту же шайтанны ойнашым. Я профессионал, но мам шунда демолсыз. Ну, как тебе сказать? Хар битта актер пластилин болышки интелады. Пакат битта, пакат ёмонлан ойнайм, а мэн гёкадым. Пластилин болышки харакет кылады интелады. Разноплановый должен быть. А человек, озы... Har bitta odam bu yolg'iz odam. Yolg'iz keladi, yolg'iz ketadi. O'shaning uchun san tanla o'yin yana. Kimlar bilan bo'lish? Mana shu ichida kovlanib, kovlab, shu qiziqmi? Lutsi же искать. Вот кит фольшим конкордат. Да нет. Дело выбора. Где ты хочешь быть? С кем ты хочешь быть? Ман изоляционный круг там. Мен өзімі көп нәрседен алып қачамын. Көп адамдардан алып қачамын. Көп жайларға бармаймын умумен. Это не интересно. Я там, где мне интересно. С самим собой. Понимаешь? Кейін бітті, яғни мәшһүр сұрақ бар да, актерге берілген. Мен рольдеріңіз сізде қанчада қысым қаладымы? Рөл ойнап болғаннан кейін. Мен қалмаймын.
Нет. Вот Кристиан Бейл деген актер. Да я знаю, про кого ты говоришь, да. И что он даже сказал, да. Что ты хочешь да. сказать. Does I ever leave? Really? Да, да. Каждая роль... Сля... Сал... Уна... Сал башкача ра чуну вас. Уна гапана. Хар битта роль... Хайотинда... Сал... Хайотинда сал узгартырады. Шунсан, ўшанчо ҳаётимда қолиб кетади деди. Ҳар битта ролнинг қисми қолиб кетди. Одам сифатида ҳар битта рол сани яхшироқ, яна ҳам яхшироқ одам қилади. Худ асар ўқиган деди? Конечно, ты же разбираешь, ты же изучаешь человека. Все думают, что Шайбани хан плохой, правильно? Мы Бабу? Не думаем так. Мы так не думаем. Как ты думаешь? Шайбани времени, хан? Да, а? Не антагонист. Мы узбекларды отасы деп саблимаем, Шайбани ханны. Но он Бабура выгнал. За Чё? Бабуром гнался. Бабура выгнал. Это средний век. Нет. Он... Там правила такие. Послушай. Я бухақта выпускаем, Шайбани ханны, мы очень яман корамыз деген. Да, тарихчылы блян, намахиганды. Че, к какому выводу вы пришли? Мы окейем, Шайбани хан. Значит, вы изучали этот вопрос. Шайбон хан, анака Бобурдан кам адам бўлмаган. Шу яхши у ҳам. Зоти биланчи? Хм? Зоти билан камроқ адамми? Шайбони хан? Қайси зоти билан? Ну зоти пас, у зоти йўқ у. Йо, Темурий бўлмаган, Муғул бўлган. Йо, ну да, Темурий бўлмаган. Ичо Амир Темур ҳам Барлас уруғидан бўлган. Да, понятно. Вот смотри, приходит Шайбон, вот я тебе картинку рисую. Шайбони хан набирает войско. В Самарканде находится Бабур. Зухробегем, Бабур в Андижане, Зухробегем, Шайбани хан приходит к ней и говорит: слушай, я твоего сына буду называть своим сыном, а тебя назову женой. Для чего он это делает? Для того, чтобы уну огла уже Бабурибос, Тимурибос. Вот. Он постоянно Тимурит, как уйламахчу бывает, которым. Он приходит. Легализация хамахшу выган. Хочет легализация. Он хочет зад. Потому что зад. Потом она его запускает в город. Самарканге койад де зухрабеге. И бу келеп улдыр варады зухрабеге ма. Анынге нокерларге тортык корады. Узыны нокерларге. Убивает царевну. Потом приходит Бабур, его выгоняет оттуда. А Шайбани хан берет его в круг. Ну, как осаду делает. У него там дочка умирает, у Бабура. Он говорит, Хонзадыбеги берсей манга. Да, понятно. Масану Койварова. Тот убегает, приходит к ташкентскому хану. Ташкентскому хану говорит, дай мне войско. Ташкентский хан говорит, нет, Шайбани на нас трогать не будет. Мы с ним уже договорились. И Шайбани его гонит. А Бабур берет войско 250 человек и ушел оттуда. Правильно? Он выгнал брата собственной жены. Если бы он его поймал, он бы его убил. Как ты думаешь? Да, убил. Убил да. бы Бабура? Да. Убил бы. Ну, это легализация чисто, она как? Но он бы, если бы Бабура поймал, он бы его убил. Да. Да. А как, уже момент... Нет. Почему? Я тебе объясню. Шайбани хан очень любил Бабура. И как полководца, и как поэт. Он читал его стихи все. Когда Бабур завоевал Индию, они наладили дипломатические отношения. Жена Хонзода Бегин, его, она до конца ему Шайбани была предана, потому что она видела, как любил Шайбани хана, как Шайбани хан любит Бабура. Потому что кто предал Бабура, он пошел и убил его Шайбани хан. Он пришел за то, что Зебенесуа предала Бабура собственного брата, за как... Он говорит, у Шайбани есть слова, если ты собственного брата предаешь, то как я тебе могу верить, когда я тебе никто, и убивает ее. Он приезжает к ташкентскому хану Шайбани хану, он говорит, ты Бабура предал,
собственного племянника, значит, если я сейчас поеду в Самарканд и на секунду отвернусь, значит, ты и меня сможешь предать, и его убивает. Правильно? Он убивает всех, кто предал Бабура. Поэтому Шайбанихан не... этот. А если бы он поймал Бабур, а он его уже поймал в Самарканде, он мог прийти, завалить Бабура и жениться на Ханзаде. Какие проблемы? Он же говорит, он ему пишет письмо, отдай мне свою сестру, и я тебя выпущу. А так он пришел, 250 человек, там армия стоит в 100 тысяч. Он 250 человек, и он прорывается, да, через Самарканд. Это сказки же. Это Шайбанихан его отпускает из-за того, что он его любит. Он Бабура любил очень. И поэтому в первую очередь, когда Бабур пришел в Индию, он наладил эти отношения дипломатические. И когда уже Шайбанихан умер, Шайбанихан дает приказание, чтобы на его жену никто пальцем не трогал, и ее отвезли к Бабуру. Поэтому Шайбанихан бы не убил Бабура. Вот теперь смотри, почему я тебе это рассказываю. Когда ты делаешь роль, ты изучаешь полностью человека. И вот от Шайбани у меня что-то во мне поменялось, когда я делал эту роль. Это изменило меня как человека. Поэтому во мне остается кусочек роли, то, что этот говорит. А вы изучаете... А если я во мне, извини, останется Шайбани, я начну так же разговаривать, как Шайбани, меня упрячут в психушку. Это же Бейл же не ходит потом, как его персонаж в кино, правильно? Тарихчилаблам, астахатлашасым ее бади. Все. Тарихчилаблам, айнах тарихчилаблам. Любой информация. Ты когда собираешь информацию, там линия выходит сама. Понимаешь? Историю ты писал же, кто-то тоже человек же. Да. И вот сколько людей, историков, столько мнений. И вон столько Бородина, эмоций. Бородина, почитай «Звезды над Самаркандом», трилогия есть. Просто почитай. Ты другого мнения будешь о Тимуре. Там трилогия «Звезды над Самаркандом», «Огни Тимура» и что-то барабаны, что-то. Давно читал. Ну, прочитай я и так не восхищаюсь, но... Да, ладно. Прочитай Явдат Ильясова, у тебя поменяется мнение о Омаре Хайяме. Там, по-моему, «Башня молчания» называется. «Заклинатель змей» «Башня молчания» Явдат Ильясова. Ты об истории Узбекистана много чего знаешь. Это историки, люди. И Ильясов, и Баранин. Окей. Блицбор, за там Турги Акалаш Полепта, Сунге. Да, ничего, еще есть 15 минут. Да, блицбор, қысқарок, мини-форматта. Не обязательно коротко чөбірсіз, ұзорға чөбірсіз. Масалан, бұйыл сіз ұқыген, көрген, тіңілген асарлардан қайсы там сізді қанақадыр... Бұйыл? Бұйыл. Эмоция қозғады, прям, еғыдыр, балке қайраттыр. Чықмады мұны қасар бұйыл. Көрген, ұқыген, тіңілген. Я посмотрел такое, что... Ну, если то, что мне понравилось, это вот... Ну, так, чтобы это у меня был, я извиняюсь, эмоциональный взрыв. Такого не было. «Люди среди деревьев» есть книга, она прикольно вышла. Ну, она не в этом году вышла, но я ее в этом году прочитал. Неплохая книга. Потом, классная, это Чингиз Айтматов написал пьесу «Ночь воспоминания о Сократе». Тоже хорошая песня, мне очень понравилась. Угу. Только ее ставить тяжело. Ну, во всяком случае, я не знаю. А из кино, это, наверное, вот из последних таких, то, что мне понравилось, наверное, вот... «Слово пацана». «Слово пацана», там, «Йеллоустоун». Такого серьезного кино я сейчас... Не смогу назвать. Дело в том, что я каждый день что-нибудь одно. Один фильм в день смотрю я. Пацаны, ты говорил, я всех видим, с кем нахожусь. Пацаны? Да. The Boys. The Boys. Про что там? Ну, супергерои ласты, да, Йоуз боп чыкады. Ходи одам рой, каш кураш. Супергерои, біз білгендіқа суп, яқшы ішлі білен шоғылын мейді, да, улан наоборот.
Уларам Йоуза. Популизм. Злодей был так. Нет, нет, я, видимо, не видел этот фильм. А Вавилон чих-то... А, Вавилон, да, прикольный фильм, да. Хороший фильм. То меньше сын? Прикольный, да, прикольный. Ну, прям вот я, вот прям вот это, прям... Я в ахуе сидел в таких фильмах. Вот так приблизительно, вот так. Актерская профессия, приблизительно, да. А ну, охрода кино, там, одо корады, кадр лапы. Понял. Да, энди бисан чуны кубич. Ну, бассейн якылмагандырсыз, Брэд Питке окшойт. Не, не. Ты крайности не бери, у нас другой, у нас ментал другой, у нас так никогда не будет. У нас менталитет другой. Лекен, ану монологи бар иди ку, почему, ошо, ишкыбоз кинотеатрга келади деди. Узыны ялгызмасыгын аңлаш үчүн айтады ку, ошо каһарман үчүн турады ку, ошо. Ну, ну, опять-таки это мнение того художника, кто это писал. Я могу разделять его, а не могу не разделять его наблюдение. Да. Мы живем в разных слоях общества. Да. У него, наверное, так. У меня не так чуть-чуть. Я не думаю, что человек приходит в кино или в театр, чтобы не чувствовать себя одиноким. Мы одиноки. Он идет в бар, если чувствует одиноким. Да, ну и типа этого. Когда человек, когда человек чувствует себя одиноким, он старается окружить себя обществом не в кино и в театре, где все молчат, сидят, а те, того человека найти, кто его выслушает и поймет. Да. Понимаешь? А, это разные, ну как бы мы в разных слоях живем. Поэтому я не могу там соглашаться или не соглашаться. Он так видит. Но фильм хороший. 100% фильм хороший. Айттым кино хакыда гэплэшэйк деп бару. Умуми гэплэгэн гэп көп. Лекен оша, масалан, статья окудум янгыда сурады түшкөн, мен окуган битта статья болду. Оша кин фильм хакыда. Кайсы фильм? Оша Вавилон хакыда ва Шазель хакыда айтыдыки. Шазельге халы вахлы иди, киноге там хурматыны көрсатып, мухаббатыны исхор кылышка. Бунгача узуш керек иди бунака мухаббатын там охурда ано кадрлар барга кинолар ровожнашын коюп барган охурга. Так как бы киноге сегисини көрсатыш үчүн оша давр жаткан адамдарга. А унга вахлы иди дешти, он не дошёл дешти. Это кто так сказал? Афишузду окудум шу нерсе. Так это его мнение. Театр я вор. Хочешь согласись с этим мнением, хочешь не соглашайся. Он сказал своё мнение. Слово сказанное есть ложь. Да. Уже он етінші барды. Бу бұны пікірі қошыласа мы қошыл? Қошылмасын, что ты его читаешь? Лекен бұл офигенная позиция, да? Маги, ой, қайпты позиция. Но, понимаешь, чтобы это сказать, ты должен прочитать его мнение. Понимаешь? И много разных мнений прочитать, много палитру разных мнений, чтобы сформировать собственное мнение. Понимаешь? Ты можешь 100 мнений прочитать и составе не согласиться и сказать свое 101-е. Позиция за кайф туманги. Кейнге савол, бу, балки, чоб берештанат. Энг яхшы өзбек режиссёры сиз билаги. Некорректный вопрос. Так не бывает. Энг яхшы битта болмайды, типа того, да? Послушай. Вот я сейчас какое чьё-нибудь имя не назову, обидится. Хамкязм. Ну, нет, 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 послушай. Джохангир Кехасымов. Отличный режиссер. Зульфкар. Я вот их двух друзей только называю. Двух друзей называю. Я надеюсь, остальные режиссеры на меня не обидятся. Зульфкар Мусаков. Хороший режиссер. Хороший режиссер. Их как можно двоих сравнивать? Это два разных режиссера. Mm-hmm. Понимаешь? Для меня... Театральный режиссер Товстоногов, считаю, что один из самых лучших. Я видел несколько его спектаклей, в смысле, в записи. Ну, но это я не могу. И при этом, что, Наби Каюмович плохой режиссер? Нет, он тоже отличный режиссер. Вот так кинорежиссер Айтар Апталекин. Ну, кинорежиссер. Я говорю вообще про любого человека. Mm-hmm. Ты не можешь двух личностей сравнивать. Я не могу себе позволить сравнить Шухрата Аббасова, Мусакова, Джахангира Касымова. Их троих сравнить. Это три отдельные самодостаточных, очень плотных режиссера. Их нельзя сравнивать. Они просто разные. Но... Понимаешь? Но лучший режиссер, если сейчас говорить, их... По каким критериям судить лучший режиссер? Нету такого критерия.
Есть тебе больше нравится, есть мне больше нравится. Все, а мне нравится все, что фирменное. Ну, я узбек фильм досорок, я что-то тогда до чего берган, например. Сарарага зураган, да. Чуки кино меня чудо яка. Кино яка. Да. Режиссер яка. Просто уже куилган кадрлар, уже айлама, уже атмосфера меня чудо яка. Значит, он лучший режиссер, ты считаешь? Иньякс фильм, допустим. А фильм сейчас за последнее время из того, что ты смотрел узбекского. Да. Все. Понятно. Ну, Рашид Маликов оган, да? Да. Рашид Маликов то башка кинолар не умкор. Да, понимаешь? У него есть другой какой-то фильм. Вдруг он лучше, чем этот, чем того. А вдруг хуже. Чтобы это узнать, надо изучать. Посмотреть. Надо пойти в театр. Дело не в театре, ребят. Просто театр – это хорошее место. Да, как раз. Там царит добро и любовь. Театр – это лицем псаул. Харбернсон, Корышкера, и что спектакль это у нас? Да. Да. Юнона авось 100%. К сожалению, тот спектакль, который я видел Барзу Абдуразакова, это, конечно, вы его уже никто и никогда не увидит, его нет в записи. Mm-hmm. Это «Сон бабочки» в 99-м году. Три спектакля, которые надо посмотреть. Тяжело. Их много. Экус надо посмотреть. Холстамира надо посмотреть. И Гамлета надо смотреть в исполнении Смоктуновского и Высоцкого. Это лучше. Смоктуновский считается вообще лучший Гамлет за всю историю. Много их. Все так, не все в одну эту, да. Но вот три спектакля посмотреть, конечно, «Юнона авось» из того, что сейчас доступно. «Юнона авось», конечно. Блин, много спектаклей, которые надо. Все надо смотреть, чтобы знать. Идите в театр. Идите в театр. Давайте мы еще без курсату, она когда бьет, бьет шутка в обкладе, чтобы бьет пиар был зомбием. Мы это, блин, театр я борщ. Мы это будем говорить. Коп. Когда это, не знаешь, что делать, иди в театр. Да, вот. Харканды, чинарсы сходят, это театр я борщ. Сомневаешься, иди в театр. Да. У тебя есть вот любимая книга? Вольтер, «Кандитёк и оптимизм». Не читал. Ты вот когда у тебя сложная ситуация, ты не знаешь, что делать, вот так возьми эту книгу, вот так раз, открой на любую страницу, прочитай, там будет решение твоей проблемы. Согласен. Я делал там. «Бедные люди» Достоевский. Ага. Сен дачи бұрынды кітап үшін ақы көргенмізді? Менің бітті сүйімлі кітабының оқалы. Мен просто ақы көргенмен, да, қоза, әткен әрсезді. Да, там всегда есть решение. Да. Не, не то, что прямое решение, есть подвиж. Да, ну да, да. Просто почему? Потому что книги, классические хорошие книги, пишут люди, которые что-то поняли в этой жизни, из-за этого там всегда находится ответ. Знаешь, это вот так часто делают артисты, они когда... Роль стопорится, ты ее не можешь сделать. Просто она не идет. Идешь, открываешь второй том Станиславского, там всегда есть решение. Реально, на любой странице, с любой строчки начинаешь читать, там есть решение. И поэтому классика не умирает. Ну, вряд ли она. Она нас переживет, поверь мне. Кенги Савол, там визит не уходит. Амур Тимурак Шайбанихон. Ну, конечно, Амир Тимур. Это очень слишком мощная личность. Очень мощная. И, конечно, Амир Тимур. Даже не близко вообще его.
ты знаешь, Шайбани хан, он тоже создал Мавераннахр, кстати, централизовал. Но Амир Тимур построил такое, что Шайбани хан ничего не строил, он же только рушил собак. Я шучу, конечно. Но он не рушил, но он таких городов, кроме Тимура, никто не построил. Самарканд был столицей мира же во время Шелкового пути. Это была одна из самых, один из самых красивых городов Бухара и Самарканд. Мадинетке кирген нимаси энди мақсади? Да, да, вообще Амир Тимур — это великая личность. Таких, он один из последних таких великих людей. Таких больших фигур. Самарканд, Бухара дегенсиз, шунга савол бор эди. Ўзбекистондаги сиз учун эң гўзал жой? Конечно, Ташкент. Но Самарканд я тоже очень люблю. Я обожаю Самарканд. Это вот тот город, где бы я смог жить. И мне было бы там хорошо. Потенциально, да. Да, я себя чувствую в Самарканде прям вот у себя дома. Мне там прям хорошо в Самарканде. Вот Бухара, не знаю почему, тоже отлично красивый город. Но он как будто вот... Другой, может, из-за того, что я очень много был в Самарканде, может, поэтому. Но Самарканд, второй город после Ташкента, это, конечно, Самарканд. 100%. А если выбирать между Ташкентом и Самаркандом, то Ташкент и Самарканд. Бу саволга жооп берсеңиз эч ким кабылбаш керек, яңы тагыдык кине керек эмес. Инсаният тарыхындагы эң бүйүк артист. Хозургача, ну. А, нет, ну, таких тоже валом. Которые мне нравятся. Да, ну, типа... Бірінші орынға қоясыз. Сіз болады. Қалғандарды ажыратып қойғансыз. Кімдан? Из узбеков, русских. Фарқы жоқ. Дүния бойынша. Дүния бойынша прям. Смоктуновский, Лебедев. Много. Высоцкий. Марлон Брандо. Тим Рот. Ну, много их. Пальчино сейчас пойдет попса, Альпачино, Де Ниро, такая пошла попса, да. Шкур Бурханов, Алим Хаджаев, Зайнаб Басадриева, валом крутых актеров. Но они все крутые артисты своего времени. Да, да, уже, да. Все крутые своего времени. Керекли вахт, керекли джой дабы койен. Это неудача, они действительно очень крутые, очень-очень крутые мастера. Это очень крутые мастера. Но мне так кажется, но это очень крутые мастера своего времени. Сейчас вальц вытворяет то, что... Просто это вальца, знаете? Кристоф Вальц. Да? Да, это же очень крутой артист, что он вытворяет. Но при этом есть Марлон Брандо, их нельзя ставить. Их не ставить. Шукуром Бурханом вальца не ставят, понимаешь? Поэтому сравнивать, кто лучший актер, опять-таки невозможно. Все есть очень крутые артисты, прям очень, вот прям... Материал, учебный материал их, каждая работа просто. Битте соул, битте соул бориды, хайок юқсыз етеді. Да. Малым бір спектакль қоймақшы бүгенізді, шунча ки қанақадыр алоқайыз бүгенді өші спектакль, актер сұфатта. Өші спектакль цензура сабапли чықарылмасли өкеледген құлатла бүген? Йоқ. Во-первых, я играл в большинстве случаев в спектаклях у Наби Каюмовича. А спектакли Наби Каюмовича всегда про любовь. Там цензура не подходит никак. Вообще все те режиссеры, с которыми я работал, они всегда ставили про что-то светлое. Покнарса тоже, что такое, да, в общем, что-нибудь, цензура. И это такие мастера, которым... Да цензура не нет, да, хоть совет не подойдет даже ближним. Севги хакады, мухаббат хакады, я вскую, ман такой, уже тазор хлема, да, севги хакады. Нет, это разные спектакли. Холстомер тоже про любовь спектакль, понимаешь? Про молодую энергию, про любовь. Да все книги про любовь, брат.
Просто и чида я надо. Бог есть любовь, брат. Поэтому все книги про любовь. Театр я вор. Идите в театр. Хочешь разобраться, иди в театр. Хочешь узнать, что такое любовь, иди в театр. Конечно. Тогда база, что... Охорги савол, без это... Харли... Чем мы еще могли, но... Куча не мада. Чем сила, брат. Ну, узбекча расширяющий мускирый, что волдем бару. В добре, в милосердии. В добре. В милосердии, в милосердии. Рахамдалик. Ну, это даже не рахамдалик. Мехрванлик. В милосердии. Ты вот ты милосердным должен быть и добрым. В добре, в добре. Потому что этим миром, как думают, что правит зло. Нет, этим миром правит добро. Бог – это добро, не любовь. Угу. Окей. Я свободен. Да пош. Я тарахнул. Роман, здорово.